Татьяна, я очень хорошо помню, как перенимали. У меня были большие проблемы. Я просто не принимали. Ну, не потому что комиссии кто-то там не профессионал или что-то. У нас очень профессиональная комиссия. Но представить, что это не способные девочки, мне не было дано. Трудно поверить. Скажешь. Нет, не скажешь. Нет, не скажешь. Трудно поверить. Но это действительно так было. Она была очень хорошенькая и глаз умный. Умный глаз. И я думала, что, ну, может быть, на характерные как-то она, может, что-то будет делать, потому что такие глазки умные. Вероятно, что-то должна сделать. Только поэтому. Ну, почувствовала. Что... Почувствовала, что, ну, очень хотела эту девочку принять. Конечно, каких она добилась сейчас результатов, я, конечно, не думала об этом. Нет, нет. Поставили. Она очень такая глава математическая. И потом она же год была еще два раза в одном классе. Потому что она первый год поступала, ее не приняли. И второй год с большим трудом, значит, ее приняли. И она по математике, что ей поставили четверку. Вот у нее тот характер, когда она подошла к педагогу, за что мне четверка, потому что я знаю на пятерку. То есть она сразу же уровень класса, как дети знают. И она не стеснялась. Почему она, как мы считаем, что как-то стеснительно, что-то нет. Она понимала, что она ставит на пятерку. Ну, спасибо, хорошо. Thank you.
Я думаю, что как яркой в прошлом году, может быть, уже как заявка на то, что это что-то неординарное будет. Это перед конкурсом, и после конкурса, когда она станцевала Абера, это уже было такое явление заметное. Как там дальше будет, ничего не понятно, неизвестно, вернее. Но, во всяком случае, это уже что-то из обычного варианта выходило, конечно. Диана Вишнева – это учащаяся Академии русского балета, у которой, в общем, на мой взгляд, кажется, очень удачная судьба сложилась. Она, в общем, с первого
своего поступления, она, в общем, обращала на себя внимание. И ее творческая жизнь, как ни у кого, в общем, удачно складывалась в школе. Я с ней непосредственно столкнулся последние 3 года, так как я преподаю дуэтный танец. И сразу же было видно среди всего класса наиболее такая способная, наиболее одаренная, ну еще танцовщица нельзя говорить, но ученица. Ну и здесь ее, в общем, ей судьба шла навстречу. Она быстро получила какое-то такое приоритетное вообще положение. Ну не благодаря своему, конечно, таланту и своим физическим возможностям. Она быстро начала танцевать сольные партии. И она вообще такой являлась хорошим раздражителем в классе. Когда всегда есть хороший человек, все стараются под него подтягиваться. И она, в общем, благотворно влияла вообще в классе. Никого! Ноги выше! Так, закончили первое. Дал руку. Дама ждет, пока руку не даст, не уходит. Повел. Пожалуйста, пошли. Следующая команда. Наташа, мы послушаем музыку. Дуэтный танец – это одна из сложных дисциплин, и здесь многое зависит и от танцовщицы, и от партнера. И приходится, это же школа опять-таки, это класс, где та же Диана танцует то с одним партнером, то с другим, один хорошо держит, другой плохо, и мы на этом деле все учимся, и партнер учится, и Диана учится, и в этом-то и есть становление такое, обучение. Конечно, и у партнера ее большая ответственность. Он понимает, он знает, это его одноклассница, это его ученица. И хочешь, не хочешь ты, но ты, в общем, чувствуешь большую ответственность за Диану. А это по прямой, не торопись обводка на дитю.
Раньше, когда была юношеская пора, и все, в принципе, были какие-то мечты, грезы, там кто-то влюблялся, то Диана была объектом многих. То есть многие желали добиться, чтобы она обратила внимание, потому что уже тогда она начала свое восхождение, и всем хотелось окунуться в орел этой славы. Но я не знаю, может, даже из предубеждения, чтобы... Вот, не казаться как все, я всегда хотел не быть таким. Вот, может, потому как-то изнутри инстинктивно я просто не придавал ни значения, не пытался как-то ухаживать за ней. Ну, а потом, когда становишься партнерами, здесь уже идет как бы борьба не на жизнь, а на смерть, потому что, ну, бывают такие моменты, когда у тебя что-то не получается, или по твоей вине она падает. И бывает ей больно, когда ты не знаешь еще всей техники новой поддержки. Такое бывает. Вот, ну, бывает, что тебе скажут немало лестных, нелестных слов. Вот, и поэтому настроение у тебя от этого, естественно, не поднимается, хотя ты понимаешь, что ты в этом виноват, но все-таки. То есть настроение, не настроение, а отношения, ну, такие немножко натянутые. А в жизни, вот когда мы выходим из этого зала, мы хорошие друзья. Не так, а так. А теперь сюда. Раз, два. Это раз, два, три за третьим разом. Но приедет карте по дебуре сюда, амбер. Эта ручка раскрывается вместе с ножкой, спереди четвертый. Пожалуйста, пошли. Больше сюда. Можно? И. Стоять! Два! Вниз! Раз! Два! Садись, Наташа, стоять! Раз и два! Стой! Эй! Садись! Вперед! Вперед!
фигуре есть возможность отойти. Когда она от тебя ушла, сделайте один шаг. Она не будет тогда держать меня под подсобом. Не подставь себя. Раз, она зашла назад и сделала. Диана талантлива, у нее сложилась судьба, а я как бы простой человек, как и весь наш класс. То есть я прекрасно понимаю, что ей надо идти, и есть другие, кто ей в этом помог. А для меня она очень хороший учитель, я у нее учусь многому вот на дуэте. Как надо держаться, как чувствовать себя, это очень важно. Потому что я, в принципе, как партнер, я считаю, я ей мало даю, потому что она уже... профессионал. Да, выводим. Можно?
Что за дело? Раз. Откинулась. Пошла. Эй. Эй, корпус положи. Три. Раз, два, три. Пои. Во-первых, уже у нас на конкурсе была, что довольно-таки непростое явление в нашем деле быть учащейся и уже представлять, в общем, на международных конкурсах. Обычно, как правило, это бывает последний класс, а она уже это на втором курсе была на конкурсе в Лозанне и получила там первый приз. Потом, значит, она была приглашена балетмейстером Виноградовым в театр на выполнение, на исполнение ведущих партий в балетах. Конечно, мы все желали ей успехов, и все очень переживали за нее, потому что все мы, в общем, творческие люди, понимаем, что это молодой организм, и выдержит такие нагрузки. Но Диана как раз оказалась тем человеком, который сумела все это выдержать, сумела доказать, и даже среди профессионалов вызывала, в общем, такую хорошую зависть. Thank you.
много любимых танцев. И много бы хотела танцевать, и все балеты. И, конечно, бы хотела включить в свой репертуар такие стили, как модерн, джаз. Но у нас, к сожалению, в России этого нету, и это, наверное, если только на Западе. А так, конечно, и любой лирический танец с удовольствием бы станцевала. Пока в моем репертуаре только темпераментные, такие как Дон Кихот, Кармен. Татьяна, сейчас большой период нагрузок у тебя, физических нагрузок, и подготовка к выпускным спектаклям, госэкзамены, и поэтому для тебя сейчас необходимо делать периодический массаж, чтобы мышцы твои отдыхали. Диана пришла к нам в школу в 86 году впервые поступать, и ее не принял тогда врач, который работал здесь. Не я. В 87 году, когда Диана поступала вторично, я ее осмотрел. У нее была большая воля и желание заниматься балетом. У девочки были хорошие данные, были проблемы со спиной. Но в результате тех упражнений, которые она постоянно делала под моим контролем, сама дома занималась, эти все дефекты у нее ушли. Вот тут появился отек, опухоль, и вот болела. Тебе вытягивать больно? Нет. Вытягивать? Нет, сейчас ничего. Было самое больное, когда идешь и вот ногу выносишь вперед. Выносишь вперед. Но это после ушиба, Диана. Или вот когда Андрей, когда в расслабленном состоянии. Да, это после ушиба. Балетные ноги очень чувствительные. Особенно наиболее частые травмы бывают травмы коленного сустава и голеностопного сустава. Коленного сустава и голеностопного. В результате нагрузки, в результате прыжков больших происходит их травматизация, происходит подворачивание стопы и возникают сильные боли. Человеческий организм не создан для балета. В том плане, с врачебной точки зрения, в том плане, что не должно быть такой патологической выворотности. Человек не должен стоять на пуантах. Человек должен ходить. И если уж они избирают такой путь, то, безусловно, это все... Ломаем природу, во-вторых, они ломают себя, в первую очередь. И приспосабливаются уже к балету совершенно, адаптируется организм совершенно по-другому. Видите, изменяются стопы, спины. Это все нагрузка. Это удивительно, между прочим, у балетных, у всех, они ночью спят, они вздрагивают, у них это очень часто. Когда на подкорку идет большое возбуждение танцевальное, ведь все, от всех мышц, от всех ног идет, от рук идет... Поступает иннервация вся в мозг. Там она контролируется. Когда они ночью спят, все равно подсознательно эти иннервации поступают, и вот они вздрагивают, подвигаются, и опять утихает все, как бы скидывает все это напряжение. Балетные очень часто это вздрагивают во сне. Специальная диета ей не нужна, она не склонна к полноте. А вот полноценное питание ей нужно. Ей необходимо определенное количество белков, углеводов, жиров. Обязательно необходимо, чтобы принимать такие микроэлементы, калий, кальций, натрий. Поэтому вот она ест и изюм, курагу, и зелень обязательно. У Дианы ведь практически сейчас лето, никакого отдыха не будет. Сейчас закончатся выпускные спектакли, экзамены, и Диана готовит партию в Кировском театре и уезжает с Кировским театром гастролировать в Англию. В Америку, а потом в Англию. Потом в Японию. Так что, но в любом случае, после этих гастролей у Дианы должен быть хотя бы недельный отдых.
5-7 дней ты должна отдохнуть. Нет, надо, думаю, найти время и отдохнуть. Жизель. Когда я смотрю каждый раз этот балет, меня так завораживает музыка и этот образ. И мне именно хочется себя попробовать в этом. Я не очень подхожу, и вот я хочу доказать зрителю, что вот можно сделать образ на мою внешность, которая не подходит к Жизели, не такую видят. И в основном репетируют те, кто Жизель. Это девушки не такие, не с такой внешностью, не с такой фактурой, и вот я именно хочу попробовать себя.